Вот 11-месячные рахиты. По-моему, с каждым годом скотина к годовалому возрасту все меньше и меньше у меня. Раньше, если 350 к 400 подходили, а сейчас, дай бог, к 300 вырастут. Ну вот этот вот белый с черным, который покрупнее, он, наверное, вот чуть постарше этих, наверное, недели на две точно будет. А остальным 11 месяцев, этому 11,5 пусть будет. Все 4 покупных, кроме своего пандуса. Последний раз замерял, не помню, но он красивший у меня. И форма у него хорошая. И вот симментал покупной покупал. 2,5-месячного рахита. Растет он потихоньку. И вон тот, он мелковатый. Но он за месяц, последний месяц хорошо прибавил. В этом еще не мерил. Раньше, если к 4, в районе 390 бывали быки, сдавал 16 месяцев, в объемах большие, круглые быки были, а мясом выходили 231, 248, 240. Сколько быки имели меня? Ой, не быки, мясник сколько имел меня, сколько лет. Сейчас в тех же объемах, объем груди я имею в виду, а по мясу выходит 270 с лишним, 280 с лишним. Даже 300 с лишним было в том же объеме, 186, 308. И раньше сдавал 185, 240. Вот. Ну там упитанность, конечно, там этот полумолочные быки были. Ну упитанность хорошая была. Вот считай 40-50 килограмм. А когда таскает, он с дедом приезжал, я ему говорю, тяжелый что ли? Да нет, нормальный. Конечно, нормальный. Не скажешь, что он надрывается. Встал тут, а то выгнал, тюк прикатил, чтобы они тут не голодали. Тут он объедает снизу. Начали его тут раздербанивать. Сейчас маленько успокоились, уже все, начали есть. Зима в этом году. Снежная, валит и валит. Вчера почистил, сегодня трактор за ночь навалило, намело. Вон, осеменяет. Как коровам до стельности еще 4-5 месяцев. 5,5, по-моему, даже есть. Кем вот тут из этих огуливать? Вот если только пандусом. А это не быки. А те большие 4. Я столько не выдержу их держать. Еще 6-7 месяцев. Короче, только эти кандидаты. Что ты, блядь, заразы делаешь? Курей не кормил. В теплице у меня курей.